Через мужа действует самая большая карма. Молитва всегда действует, когда очень большая карма, сначала под водой. Айсберг тает сначала под водой, не видно сверху. Он как торчал, так и торчит. А потом резко, раз, он переворачивается. Резко. И муж меняется полностью, резко. За месяц, за два вся жизнь меняется его, все. А пока айсберг снизу тает, моя хорошая, вы же не знаете, сколько вы там в прошлой жизни пили, вели себя плохо. Вы же мне не сказали, что муж делает не так. Я вам говорю, чтобы вы верили. Вы не знаете, что вы там вытворяли, а я чувствую. Поэтому 3 года нормально. Нормально, не волнуйтесь. Вы побеждаете свою судьбу. Вы победили ее уже на 35%. Осталось немного.